Объектом внимания для любителей поживиться чужим добром стал подвал дома на вокзальной 34. Криминальная операция много времени не заняла. Проникновение в подвал, удар топором, и вот уже сетевой кабель в руках вора. Жильцы дома на целые сутки остались без телевидения и интернета. Лена, моя соседка, заходила, говорит, у вас телевизор показывает? У меня показывает, а у нее не показывает. Вот, вот а долго вот. Не показывает? Ой, наверное, сутки, наверное. Жители дома до сих пор возмущаются. Они уверены, кражи можно было избежать. Отнесись управляющая компания более ответственно к своим обязанностям. 2 недели подвал был открытый. Да, никто не смотрит. Да, 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 было. А говорили в окошечко, он как-то... Не-не-не-не-не. А, в открытом. Потому что, когда пришла милиция, да, меня спрашивает. И я говорю, так, 2 недели открытый подвал? Между тем, далеко уйти с награбленным мужчине не удалось. Все кабели находятся под охраной, поэтому как только их целостность была нарушена, сигнал поступил на пульт отдела вневедомственной охраны. Это позволило задержать вора по горячим следам. Сотруднику Маловоровского управления МВД России по Нижнекамскому району по подозрению в совершении кражи был задержан 33-летний местный житель. А по версии следствия, 5 декабря мужчина проник в подвальное помещение дома номер 34 по улице Вокзальной и похитил сетевые кабели протяженностью более 150 метров. А по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все похищенное полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовного дела, которое возбуждено по статье кража. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание, начиная от крупного денежного штрафа и заканчивая лишением свободы сроком на 5 лет. Наталья Лушникова, Максим Липин, новости НТР.